Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала и просто зрители. Знаете ли вы, что находится у меня в руках? Наверное, эта штука знакома больше тем, кто, как и я, рождены еще в СССР. Более юное поколение, возможно, не догадывается, что это обыкновенный фотоальбом. В наши времена уже не существует практически аналоговых бумажных фотоальбомов. Все наши фотоальбомы находятся в папочках на наших компьютерах. Ну а раньше люди фотографировали на пленочки, проявляли эти пленки и печатали фотографии практически каждый у себя дома в ванных своих квартир, собственно, как и делал это мой отец. И, конечно же, это далеко не все фотографии, которые есть у меня еще с того раннего периода моей жизни, это лишь один большой альбом. Но я очень бережно отношусь ко всем старым фотографиям, и однажды я выделил огромное количество времени для того, чтобы отсканировать и отреставрировать все самые важные и яркие фотографии того периода моей жизни. Не знаю, как вы, а я раньше, да и сейчас, всегда любил рассматривать чужие фотографии. И особенно, если это фотографии уже, скажем, ретро-периода. Это всегда очень интересно посмотреть, вспомнить, какие мы были раньше, как мир выглядел раньше. Это обыкновенная ностальгия, которая, ну, совершенно не связана с тем, что я хотел бы вернуться в тот период жизни. Нет, это все история. Но это моя история, это моя жизнь, и она всегда вызывает теплые отклики моего сердца и моей души. Думаю, это чувство знакомо каждому из вас. В общем, сегодня я хочу показать вам некоторые фотографии моего самого раннего периода, и надеюсь, вам это будет интересно так же, как и мне. Это фотографии, начиная с самого моего рождения, заканчивая приблизительно первыми годами моего школьного периода. Фотографии у меня, как я уже сказал, намного больше. И если вам понравится это видео, то вы обязательно пишите в комментариях, чтобы я продолжил эту рубрику, потому что мне, ну, действительно есть что еще показать. Если же не понравится, если вы не хотите больше видеть ничего подобного, то тоже об этом пишите. Ну что, поехали, приятного вам просмотра и воспоминаний. Это самое раннее фото с моим участием, что я смог найти. Как видите, соска во рту, все как полагается. На руках у мамы. А это я со своей старшей сестрой Оксаной. Сентябрь 1985-го. Мне 3 месяца. А это мы в белорусской деревне Заполье. Моя первая цветная фотография. Декабрь 1985-го. Мне 5 месяцев, Оксане 6 лет. Здесь я еще не умею сидеть. Меня просто оперли о спинку дивана для фото. Январь 1986-го. Мне 6,5 месяцев. Старики и внуки. Все та же деревня Заполье. Процесс принятия пищи. Как видите, уплетаю за милую душу. И вот я сыт и доволен. А это мой первый медведь. Кстати, мне рассказывали, что я очень любил засыпать весьма странным способом. Обхватывал руками маленькую подушечку и начинал биться о спинку дивана спиной. Вот так, минута-другая упражнений, и я уже в отключке. И снова белорусская деревня. Летом в шапке и свитере. Я был жуткий мерзляк. Мужское начало дает о себе знать и проявляется в тяге к технике, хоть и пластмассовой. А здесь мы с моим кузеном слушаем радиотранзистор. Говорят, что это было достаточно, чтобы не иметь хлопот с нами. Включаешь музыку и можешь быть спокоен, что мы будем сидеть и тусить на месте. Больше нам ничего не нужно. Я в автобусе с сестрой. А это, наверное, самая короткая стрижка за всю мою жизнь. Я с куклой. Наверное, подбросили. Начало Троещины. Район, который только-только строился. Но мы жили на Виноградаре. Это я с двоюродным дядей Колей и троюродной сестрой Аленой. А на этом фото на фоне виднеется дом, в котором я раньше жил. Я на свадьбе своей двоюродной сестры. А это уже в детском садике. Маленький мальчик в чешках. Дамам цветы. Наверное, у многих в детстве был точно такой же резиновый мячик. Одно время мы с кузеном очень увлекались игрой с этими зверями. Сестра идет в первый класс, а значит, мне не больше 3 лет. Здесь я, кажется, гипнотизирую зайца.
а заяц гипнотизирует меня. Вуаля, зайчик классический. И снова мы с кузеном. Немного откровенное фото. Заметьте, у меня в руках какой-то блокнотик, что уже тогда говорило о моей склонности к гуманитарию. В детстве мы любили эту лестницу на чердак. Я, сестра и кузен. Мы играли там в разные игры, и нам казалось это так высоко. Мы с кузеном буденовцы. И да, в этом возрасте парням позволительно носить колготы. Мы с кузеном на руках у кузин. Братья Карамазовы. Так нас иногда называли. Диванное семейное фото. А это мы с сестрой в фотоателье. Мой первый галстук. Домашняя фотосессия на фоне ковра. Здесь я делаю вид, что читаю. Хотя читать я очень любил. В детском саду иногда воспитательница давала мне книгу, и я читал ее вслух всей группе. Позируем. Наверное, это был мой первый поцелуй девушки. Хоть это и моя сестра. Новый год. Улыбка на все 24 молочных зуба. Фотосессия в детском саду. Образ мушкетера. 1989 год. Мне 4 года. Играем маленькими машинками. Раньше было модно иметь аквариум с рыбками. А вот пистолет, который у парня, был очень клевый. Он издавал звук и мигал. Я сломал его, когда стрелял в рыбок в аквариуме. Естественно, погрузив пистолет в воду. Мне кажется, этот гномик явно чем-то недоволен. Скорее всего, скудным подарочком. Вся наша детсадовская группа в сборе. Я даже помню имена и фамилии некоторых. Гном вернулся домой с корпоратива. Образ хлопчика-украинца. Увы, шароваров у меня не было. Мне 7 лет, 1992 год. Сразу говорю, это не Чебурашка, а обыкновенная обезьянка. 1992 год. Выпускной в детском саду. Ну и, конечно, общее фото нашей детсадовской выпускной группы. А это моя первая поездка на море. Стандартное фото на набережной Евпатории. Помню, смотрел, как снимают других людей, и заметил, что обезьяна роется в волосах мальчиков, отыскивая у них блох. Поэтому я предусмотрительно специально одел кепку. Лето 1992 года. И еще одно фото на набережной Евпатории. На этот раз с собакой. Мы с кузеном где-то в белорусской степи. И в каких-то непроходимых джунглях. Помогаем деду пилить дрова. Вот этой самой бензопилой «Урал» мой дед однажды случайно чуть не отпилил мне палец на ноге. До сих пор есть шрам. Старики и внуки. Не подумайте, я не плачу. Просто солнце светит. Первый раз в первый класс. Школа номер 243, первый D-класс, 1992 год. И, конечно, общее фото первоклашек. А такое фото наверняка есть у каждого. Или что-то в этом роде. А это первый и последний раз, когда я был в летнем лагере. Город Евпатория, лагерь «Юность». Мы тогда были самой младшей группой. И не спрашивайте, почему я обнимаю того парня. Просто он был моим хорошим приятелем. Лето 1993 год. Деревня Заполье, Беларусь. Наша деревенская банда. А это на свадьбе моей двоюродной сестры. Мы с пацанами насобирали денег у стороны жениха, как этого требует обычай. Я тот, который слева. Классная у меня шапка. 1994 год. Третий D-класс. Как-то в классе шестом на уроках рисования мы рисовали портреты. Дома я срисовал себя с этой фотографией, и впоследствии моя работа висела на школьном стенде как одна из лучших. Правда, на себя я там совсем не был похож. 1994 год, 3 D-класс, зима. Все тот же 1994, 3 D-класс, весна. И, наконец, общее фото нашего класса во дворе школы.
Ну что ж, вот приблизительно таким был мой ранний период жизни. И сегодня вы немножечко заглянули вместе со мной в мое прошлое. И надеюсь, вам это было интересно и не скучно. В любом случае, спасибо большое за просмотр. И пишите, хотите ли вы видеть продолжение этой серии. Ретро-фото у меня еще очень-очень много. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и до новых встреч! Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Также смотрите другие видео на моем канале и, конечно же, подписывайтесь на канал о жизни и путешествиях. До встречи!